Мансурчик, сыночек, пожалуйста, котлетки поставь в холодильник, котик. А я уже поставил, мам. Мой сладенький. Слушай, а может ты переведешь аванс молодому сотруднику? Если, конечно, он прошел испытательный срок. А сейчас бухгалтер придет. Сколько? 5000 хватит начинающему сотруднику? Ну, лучше 10, конечно. Айда. Академию закончишь, потом отдашь. Какую академию? Болтушка вообще проболталась, вообще весь сюрприз испортила. Академию ФСБ. Дядя Айдар обещал без экзаменов, у тебя же там по физкультуре. Слушай, мам, я не хочу ФСБ. Хочешь, не хочешь, Мансурчик, ну, сыночек, ну, правда, какая тебе разница? ФСБ, МГУ, ФСБ нужно больше даже лучше. Мне интереснее быть адвокатом, чем следователем или прокурором, мам. Интересно ему, ты посмотри на него, а? А ты думаешь, я работаю нотариусом, потому что мне интересно, да, сыночек? Нет, мой сладенький, я ради тебя работаю нотариусом, не ради интереса. Тогда, может, не надо, не надо работать с такими, как Замир, мама. Слушай, давай скажем дяде Айдару спасибо, и нам этого не нужно. Ну, мам, ну ты чё? Цепочку маме расстегни, а? Мам, ну прости, ну я не хотел. Прости. Это ты дяде Айдару скажи! И знаешь что, сыночек, не надо мне больше с документами помогать, я сама справлюсь. Хорошо, мам. Я же не отказываюсь в гости идти, в конце концов. А зачем? Зачем, чтобы опять позориться? Хорошо, ладно. Я пойду в Академию ФСБ. Ты довольна? Поцелуй мамочку. А как насчет аванса? После гостей.